Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои. Я рад вас видеть. Батюшки, Влада Сальникова к нам идет. Я думаю, кого же нам не хватает-то? Какая ж свадьба без баяна, да? Да, хорошо. Очень приятно, что сегодня на этот семинар пришли. Пришло столько, все-таки много народу. Каждого рада видеть. Я сегодня хочу вам предложить тему доклада «История чтения». Во многом я опиралась на книгу Альберта Мангеля. Скажу пару слов об этом писателе. Это канадский писатель, это редактор, переводчик и бывший директор Национальной библиотеки Аргентины. Когда ему было 16 лет, он начал после школы подрабатывать в книжном магазине «Пигмалион», куда однажды зашел Борхес, куда зашел Борхес вместе со своей матерью. И Борхес уже к тому времени почти ослеп, и ему обычно книги начитывала по вечерам мать, что ей, конечно, было сложно. Поэтому, разговорившись с Мангелем, Борхес спросил, сможет ли он приходить к нему по вечерам и читать ему произведения. Они согласились, у них завязалась дружба, и на протяжении последующих 2 лет они вместе бороздили книжные просторы. И о его книге буду сегодня рассказывать, об истории книги. Итак, человек должен быть изобретателем, чтобы хорошо читать. Это высказывание принадлежит одному из виднейших мыслителей и писателей США XIX века Ральфу Уолду Эмерсону. Именно он в своей работе «Природа» 1836 года сформулировал философию трансцендентализма. И именно это высказывание мы возьмем за некую отправную точку, с которой мы и начнем знакомство с историей книги и историей человечества, которым во многом руководствовало стремление к знанию и любопытство. Не зря Данте назвал человека, стремившегося к благой любознательности, любомудрым. Именно об этих любомудрых дальше и пойдет, собственно, речь. И для начала предлагаю немножко вспомнить об истории Вавилона. Первое упоминание об этом городе относится к аккадской эре, это 22 век до нашей эры. Во втором тысячелетии до нашей эры впервые было прочитано сказание о Гильгамеше. В 18 веке до нашей эры именно там появился свод законов, который был призван регулировать поведение человека в обществе. Благодаря царю Хаммурапи, достаточно известному, он был разрушен ассирийцами, он был восстановлен около 586 года до нашей эры Навуходоносором. И на самом деле еще очень много исторических вех было, которые сформировали уникальную историю этого города, но самым важным для нас будет другое. Именно здесь началась история книги. Примерно в конце 4-го тысячелетия было придумано искусство письма. По всей вероятности, письмо было изобретено торговцами, чтобы запомнить, сколько голов скота принадлежало той или иной семье или было переправлено в другую сторону. То есть эта запись служила особым устройством запоминания, это документ или запись о сделке. И глиняные таблички для того времени были гениальным изобретением, которые устраняли отчасти проблему несовершенства человеческой памяти. И эти месопотамские таблички, глиняные, были обычно квадратные, но также и прямоугольные, шириной примерно в 3 дюйма, чтобы их удобно было держать в руке. А книгу, состоящую из этих табличек, обычно хранили в кожаных сумках или коробках, чтобы их удобно было поочередно оттуда вытаскивать. Разумеется, у глиняных табличек были и свои недостатки, хотя бы вспомнить их громоздкость. Такие же минусы были, например, и у папируса, это все-таки достаточно хрупкий материал. Но, конечно, на их фоне выигрывал пергамент или велень, оба материала изготавливались из шкур животных. Илиада была так записана на таком материале, потому что их можно было обрезать, их можно было складывать как угодно. Но здесь
нужно уточнить вот что. Рождение одного искусства должно было повлечь за собой рождение искусства другого. Для того, чтобы читать эти глиняные таблички, был необходим читатель. Максим Горький в своей небольшой такой заметке о книге писал: «Я люблю книги, каждую книгу я считаю чудом, а писателя – магом». Но в контексте нашей темы мы магом считать будем не только писателя, но и самого читателя, потому что он воспроизводил эти знаки, он их перерабатывал, он их доносил до общества и создавал такую знаковую коммуникацию. И вернемся к писцам. На самом деле они достаточно быстро смекнули о том, какая власть и почет в прямом смысле сосредоточены у них в руках, и поняли, что выгоднее всего быть именно тем, кто записывает информацию ради общественного блага, и они быстренько сформировали аристократическую элиту. Уже, например, много лет спустя, в 17-18 веках христианской эры, положение писцов в Ирландии было на самом деле уникальным. Штраф за убийство писца приравнивался к штрафу за убийство епископа. И поэтому роль месопотамских писцов переоценить достаточно сложно, они просто были необходимы обществу. Они нужны были, чтобы отправлять сообщения, чтобы передавать новости, чтобы записывать царские указы, законы, фиксировать какие-то финансовые сделки, записывать астрономические данные, чтобы вести календарь. И они просто были и глазами, и руками, и голосом города. Если бы мы оказались в Месопотамии, как бы мы стали писцами? Куда надо было нам пойти? Они обучались с раннего возраста, и здесь сразу говорим о том, что это почти всегда семьи власть имущих, и практически всегда это мальчики. Они обучались в частной школе Эдуба, или просто дом табличек. Они затем стали и дворцовыми, и храмовыми. Ученики обучались письму, религии, математике, за дисциплиной следили уже старшие ученики. Затем они должны были учиться рисовать и распознавать простые знаки. И здесь важно, ко второму тысячелетию до нашей эры в Месопотамии перешли от пиктографического письма к клинописи, то есть к значкам в форме клиньев, которые обозначали уже не столько предметы, сколько символы и звуки. Символы и звуки. И это позволило писцам уже создавать более серьезные литературные произведения, уже и научные труды начали появляться, и даже какая-то любовная лирика. И этой клинописью стали последовательно пользоваться в Шумере, в Аккадии, в Ассирии для записи текстов на 15 разных языков на той территории, которую сегодня мы знаем как Ирак, как Западный Иран и Сирию. И интересно еще упомянуть отношение, собственно, писцов к своему ремеслу. Большинство месопотамских писцов заканчивали свои тексты следующим колофоном. Колофон — это текст на последней странице. Запись. «Пусть мудрец наставляет мудреца в том, чего глупец не увидит». Или в Египте времен 19 династии, это около 1300 года до нашей эры, один из писцов написал целый панегирик, и перевод, кстати, принадлежит Ане Ахматовой. Панегирик такой: «Стань писцом, заключи это в сердце своем, чтобы имя твое стало таким же. Книга лучше расписного надгробия и прочной стены. Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех, кто повторит имена писцов, чтобы на устах была истина. Человек угаснет, тело его становится прахом, все близкие его исчезают с земли, но писание заставляет вспоминать его устами тех, кто передает это и в уста других». И теперь предлагаю перейти к следующему тоже важному разделу, который мы назовем вслед за Мангелем упорядочивание Вселенной. Александрия. Александрия была основана Александром Великим в 331 году до нашей эры, и Квинт Курций Руф, это римский историк, написавший книгу «История Александра Македонского», отмечал, что город был
основан после того, как Александр посетил святилище египетского бога Амона Скрытого, где жрец обратился к Александру как к сыну Юпитера. И что, собственно, сделало Александрию настолько известной? К моменту смерти Александра город оказался поделенным на национальные общины под управлением династии Птолемеев. Особенным влиянием тогда пользовались греки, для которых книга была символом мудрости и власти, и считается, что именно греки приучили египтян к систематическому ведению письма. Итак, Александрия превратилась в крайне бюрократизированное государство. К середине III века до нашей эры поток документации был просто огромен. Из документа года 258 до нашей эры видно, что канцелярия министра финансов Аполлония использовала 434 свитка папируса всего за 33 дня. Но здесь еще важно вспомнить о нескольких важных фактах. Отец Александра, Филипп Македонский, нанял в качестве учителя своему сыну Аристотеля. О его пристрастии, о пристрастии Александра к книгам, каким он стал страстным читателем-книголюбом, было описано Плутархом в книге «Жизнеописание Александра». И позже, вероятнее всего, именно Димитрий Фалерский, это ученый из Афин, составитель басен Эзопа и также друг Аристотеля, предложил уже наследнику Александра, Птолемею I, основать библиотеку, которой и было суждено принести Александрии небывалую славу. Мы тут сразу отметим, что мы не знаем конкретно, где она располагалась, конкретно сколько она насчитывала в себе книг, но в существовании ее сомневаться не приходится, это самое главное. По словам итальянского историка и филолога Лучано Канфоры, библиотека представляла собой не отдельное помещение или здание, как можно подумать, а скорее пространство, прилегающее к колоннаде и главному залу музея. По некоторым сведениям, Александрийская библиотека насчитывала около полумиллиона свитков и еще около 40 тысяч в здании примыкающем. И на самом деле стремление на то время к книжному обогащению было настолько велико, что по царскому указу уже Птолемея III все корабли, которые заходили в порт Александрии, должны были сдавать все имеющиеся на борту книги. Эти книги копировались писцами, а потом, я надеюсь, благополучно возвращались владельцам. И здесь мы немножко абстрагируемся от исторической канвы, и для нас будет вот какой важен тезис. Накопление знаний не есть знание. Об этом было сказано уже на самой первой встрече школы умного чтения Олегом Викторовичем. Если вы помните, мы рассматривали несколько типов читателей, и если кто-нибудь вспомнит, что это за тип или просто на основе собственного опыта предположит, то будет приятно. Есть какие-нибудь воспоминания об этом у кого-нибудь? Честно говоря, я не была на первом семинаре, но я могу предположить, я бы их, наверное, разделила на две группы, назвала количественные и качественные чтения. То есть читатели, которые читают для количества, скажем так, просто для того, чтобы прочитать, как-то зафиксировать этот момент, а я читала без какого-то глубокого погружения. Качественное погружение, возможно, это небольшое количество книг, но качественное прочтение, когда у тебя остается представление о литературе, о каких-то идеях данного произведения, ты можешь тезисно изложить. Катя, немножко связь теряется. Звук, это у Катюши, да, пропадает? Да, да, но на самом деле, да, именно о такой... Даже связать их с... Да, да, это та самая
классификация, которую описал как раз Герман Гессе в своей книге «Магия книги». Он, значит, сначала представил нам некого господина Мюллера, который начитывает произведения только для того, чтобы получить максимальное образование и ликвидировать имеющиеся у него лакуны, что уже, как пишет Гессе, симптоматично, потому что просто читатель его глазами представляется неким сосудом, который нужно максимально наполнить, чтобы почувствовать себя настоящей личностью, которая знает и то, и сё, и пятое, и десятое, но образование остается каким-то мертвым и бесплодным, как и знание, которое получает этот господин Мюллер. И у нас есть также господин Майер, который приобретает книги и обращается к книгам только тогда, когда к горлу и вообще ко всему его существу подступает какая-то невероятная скука и тоска. Он неразборчив в литературе, он хватает все, лишь бы как-то, как мы сейчас говорим, убить время. Все это благополучно со временем забывается. И это пример не самостоятельной пассивности, которая на самом деле убивает суть книги. И какой подход к чтению особенно важен? Читать нужно не для того, чтобы забыть себя, забыть о повседневности, хотя здесь сразу скажем, что бывает так, что мы зачитываемся произведением настолько, что мы уходим из одной плоскости и переходим в плоскость уже книжную, которую предлагает нам автор, но самое главное — вчитываться в произведение, затрачивая собственные душевные силы, ждать от страницы чего-то такого, извлекать из нее максимум, чтобы с наслаждением, с загадкой, с содроганием переходить к следующей и тоже из нее извлекать по максимуму. То есть нужно порой отрешиться от фактической данности книги и через нее анализировать то, что притаилось уже конкретно в вас и в вашей жизни. То есть в такой трактовке книга становится неким отправным пунктом, с которого начинается наша рефлексия и наше самосознание. Если обращаться, например, к терминологии Лосева, то здесь важно сотворение чуда или же совпадение. То есть наше внутреннее содержание не должно, оставаться в состоянии покоя, оно должно откликнуться на содержание этой книги и найти общую точку соприкосновения с той книгой, с которой мы начинаем эту беседу. И здесь можно еще вспомнить Жана Кокто, наверняка вы знаете об этом писателе. Он в небольшой заметке о книгах писал так: читать самого себя — это истинное желание читателя. И на самом деле я думаю, что это знакомо многим из присутствующих, когда у нас внутри, когда мы берем книгу, есть некое особое ожидание, некое особое предвкушение от книги, и мы вчитываемся в текст, вгрызаемся буквально в ее страницы и особенно откликаемся в такие мгновения, когда читаем в книге что-то, что мы уже внутри себя перерабатывали, мы встречаем мысли, которые мы уже когда-то думали, и ревностно к этому подходим, несерьезная обида даже может возникать по словам «как-то» из-за этого. И в этом на самом деле такая непрерывная и невидимая связь какой-то общей души, каких-то общих мыслей, чувств и переживаний, и в этом обнаруживается даже и диалог поколений. Но это было небольшое важное отступление. Мы возвращаемся к Александрийской библиотеке, и нарисовав эту картину, мы видим ее достаточно хаотично, складывается впечатление, что не хватает какого-то механизма, что ли. И я думаю, здесь есть ценители Толкина, это похоже на драконий недуг, когда все золото сгребается в одно место, и в таком состоянии оно и застывает. И здесь важно будет сказать пару слов о Калимахе, который создал особую систему для Александрийской библиотеки. Он поделил библиотеку на полки, а также на 8 разделов.
эти разделы: драма, ораторское искусство, лирическая поэзия, законы, медицина, история, философия и разное. Также мы ему обязаны приемом, который сегодня для библиотек стал достаточно традиционным. Это прием расставлять книги в алфавитном порядке. Было одно любопытное сведение из книги британского писателя Востока Веда Эдварда Брауна. Книга называется «История персидской литературы». Так вот, он писал, что в X веке великий визирь Персии Абдул Касем Исмаил, будучи не в силах расстаться со своей библиотекой, которая насчитывала 117 тысяч томов на время путешествия, он приказал нагрузить караваны верблюдов этими книгами, и эти верблюды были специально обучены следовать в алфавитном порядке, чтобы все было систематично и очень удобно. И, подытоживая, можем сказать, что именно Александрийская библиотека с ее устройством, с ее каталогами стала образцом для библиотек императорского Рима, затем Византийского Востока и для христианской Европы. И теперь предлагаю немного другую тему, которую назовем публичное чтение или автор как читатель. Я думаю, если бы сейчас за нами наблюдал, положим, Плиний-младший, скорее всего, он пришел бы в негодование. Почему? Как-то он написал своему другу, юристу Клавдию Реституту так: «Слушая его, уподобились глухонемым. Они сидели, не разжимая губ, не шевеля рукой, даже не вставая, хотя бы потому, что устали сидеть. Откуда такая важность, такое высокоумие?» Объясняется это на самом деле просто. В его времена, а это был конец первого века нашей эры, авторские чтения были общепринятой общественной церемонией, и был создан особый этикет не только для автора, но и для слушателя. Слушатели должны были делать какие-то критические замечания, поясняя, как автор мог усовершенствовать свое произведение, а, собственно, автор должен был все это запоминать, все это впоследствии применять. И самое интересное, что эти публичные чтения, они могли длиться полчаса, они могли длиться половину недели. И присутствие на них было обязательным не только для тех, кто хотел прославиться, кто хотел заявить о себе, но и вообще для людей, которые хотели быть причастны к этим элитным кругам, элитным литературным кругам. И кроме того, это был достаточно неплохой пиар. Публичные чтения выступали сегодняшней рекламой для тех, кто хотел получить призвание до смерти. Правда, на какое-то время эта традиция прекращается. В VI веке в Риме практически не осталось людей, которые бы владели хорошо латынью. Все-таки латынью больше пользовалось духовенство, немногочисленные ученые и, собственно, чиновники. Ой, духовенство, ученые и чиновники, да. Поэтому христианская церковь, которая избрала латынь для распространения своего учения и влияния, здесь столкнулась с небольшой проблемой. Но, как мы знаем из истории о переводе, языковая ситуация в средние века была такая. На передний план выдвигались три священных языка. Это древнегреческий, древнееврейский и, собственно, латинский. А им противопоставлялся вульгарный язык, но не в привычном понимании, а в вульгарном смысле живые новые европейские языки. Но если быть точной, все-таки лидировал, конечно, латинский, потому что древнееврейский он был чужд для христианского мира. Ну и древнегреческим на самом деле владели немногие. Там была даже пословица, не знаю, как читается по-гречески, но переводится как «это по-гречески не читается». Но уже в конце XIII века Данте начал отстаивать права вальгары, то есть народного языка, в своем труде о народном красноречии. Правда, этот труд был написан все-таки на латыни. И уже в эпоху Возрождения запустился процесс формирования новых, то есть живых литературных языков, которые постепенно вытесняли латынь.
Там, конечно, ситуация была не совсем простая, там был и культурный билингвизм, и там сохранялось стремление возродить классическую латынь Цицерона, но самое главное, что она в итоге отступила. Поэтому в XIV-XV веках снова возродились публичные чтения, они снова стали популярными, и таким же пиком публичных чтений выступал и XIX век. Если мы будем говорить, например, об Англии XIX века, то самой яркой фигурой там, наверное, выступал Чарльз Диккенс, который всегда интересовался темой театра и сам написал несколько пьес, и сам выступал несколько раз на сцене. Он читал как своим друзьям, чтобы отполировать свое произведение, так и публике, чем он вскоре прославился. Особенно заметны были его такие турне. Только за одно турне он выступил более 80 раз в более чем 40 городах, и всегда его выступления достигали просто максимальной эффективности. Хотя бы вспомнить тот факт, что над манерой прочтения и над жестами он репетировал по 2 месяца, что, конечно же, сыграло свою роль. И это только несколько таких зарисовок, несколько иллюстраций той бесконечной, на самом деле, истории книги, которая известна на сегодняшний день исследователям, но которая также остается не то чтобы не до конца исследованной, она даже не может быть до конца написанной, потому что мы понимаем, что эта история будет длиться без конца. И на этом я, пожалуй, завершу свой такой небольшой информативный доклад. У меня все. Дашенька, спасибо большое. Еще раз благодарю, что сегодня ты выручила нас. Последняя пятница, у нас все состоялось. Вот, сейчас мы обсудим. Но я даже... А что бы нам не пригласить его, Махова, к нам на вот общение, на умное чтение, может быть, он бы нам чего-нибудь и сказал интересное. Ну, насчет умного чтения не знаю, но касательно вот этого вот довольно скучного интервью, которое, значит... Есть вопрос. Спасибо, Лена. Скажи, к какому выходу переходит Мангель в своей книге? На самом деле, сразу здесь отмечу, что книга Мангеля создана по достаточно такой интересной структуре. Она, как это лучше сказать, она не линейная, то есть там нет какого-то логического начала, и какая-то мысль, заданная в начале, она не совсем развивается прямо на протяжении всей книги, чтобы в конце он сделал какой-то общий вывод. На самом деле книга — это просто сбор разных тем, то есть там есть большой раздел «Власть читателя», там есть большой раздел «Процессы книги», там описана вся история книжной культуры и людей, которые эту культуру создавали, поэтому как такового вывода там нет. Самая последняя тема, которую он предлагает нам, ой, я не совсем помню, как она называется, вроде как «Последние страницы», и там он просто пишет как раз о том, о чем я сказала в конце своего доклада, что эта история, она никогда не заканчивается, потому что книга читается вечно, как книга вечна, так и читатель вечен. И здесь и книга никогда не может быть дописана до конца, потому что здесь важно еще учитывать, что книга не только создается писателем, опять же, здесь еще можно подумать о том, что эта книга может творить читателя, но здесь еще важен тот аспект, что и особой жизнью, особыми смыслами наполняет книгу сам читатель, для которого она становится каким-то живым существом, которое становится связанным с его временем, и которое кочует из одного времени в другое время. Вот, поэтому... Деньги возьми, об этом... кошельки лежат. Найди об кошелек, этом... сумки возьми. Даш, можно спросить еще? Да. Ну, молодец, спасибо большое за хороший такой развернутый доклад, хотя я не сначала его слушал. Вот. А вопрос такой первый. Сколько там разделов в книге? Сейчас. И если можно, название, потому что как до нее добраться, трудно сказать, название разделов.
Большая она, да, папа? Ну, в ней 400 страниц, сейчас, если будет разделы, видно. Разделы, если можно, Дашенька, по-быстрому. Вот разделы какие-то, названия разделов. Так, их тут очень много. Значит, есть процессы чтения, чтение теней, молчаливые читатели, книга памяти, обучение чтению, чтение картинок, слушая чтение, форма книги, чтение наедине с собой, метафоры чтения. Это только входят, эти темы входят в один раздел. Нет, по разделам, просто по разделам. Ну, тогда, вот как я и сказала, их, по сути, два – процессы чтения и власть читателя. Ну, и последний называется «Пустые страницы». Вот. Даш, по-другому спрошу. Там идет речь чтение как понимание? Ну, там как бы вся книга на это нацелена. Именно как читать произведения, как их воспринимать. Как понимать произведения с помощью чтения? Я не сказала бы, что там есть такой, такой аспект, но в целом это все равно подразумевается, как люди на протяжении всей истории человечества читали тексты, как они их использовали, как они их преобразовывали, но вот отдельного такого нет. Ну, может быть, рассыпано, да? Может быть, рассыпано. Рассыпано, да. А вот специального раздела для этого он не выделил. Наверное, не было такой задачи у автора. Вот знаете, мне кажется, я думаю, наш коллег не будет возражать. Если можно, к следующему нашему занятию вот, по умному чтению сделать выжимку оттуда, да? Вот тех мыслей, да, которые связаны, прежде всего, с чтением как понимание. Да, потому что вот когда мы затеяли школу умного чтения, да, для меня важно было, ну, поскольку мы же, в общем, обращаемся к аудитории университетской и в основном филологической, да, то как бы мне показалось, как казалось важным, ну, научить понимать с помощью книги, да, вот умное чтение – это чтение понимания, да. Понятно, что процесс этот бесконечен, очень сложен, и каждое понимание зависит от и уровня образованности, и от способности в данный конкретный момент как-то понимать, то есть от субъективных факторов. Но есть, в общем, и объективные, да, какие-то вот показатели, по которым, в общем, книга воспринимается как понимание. Ну, я тут просто коротко напомню, да, что в древности, например, ну, у нас культивировалось, не у нас, а в древнем мире, да, поскольку текстов там было мало, вообще и книг-то не было, а были, так сказать, там таблички какие-то отдельные. Книги-то появились существенно позже, да и редкости были невероятные. И очень дорого стоили, поэтому отнюдь не каждый мог себе это позволить. Отсюда и публичное чтение, да, потому что огроменные деньги совершенно стоили эти книги. Вот, так вот культивировалась экзегетика, да, экзегеза. То есть толкование книги. Ну, даже не сколько книги, как, к которой мы привыкли, а толкование текста. Угу. Да, собственно, с этого и начинается понимание, да, вот процесс, так сказать, приобщения к чтению. Ну, чтение какое? Опять условно чтение. Почему? Потому что тогда не было букв, а были, так сказать, символы, иероглифы, да, и читали символы. Вот. Поэтому каждый символ требовал истолкования какого-то, да, потому что заключал в себе, в общем, целую какую-то картину жизни, да, любой символ, в общем, отражал какое-то знание, фактическое знание, вот, поэтому, конечно, в любом случае, если это знание издревле давалось через чтение, значит, соответственно, навстречу должно было идти какое-то понимание, да, Да. Понимание того, о чем говорится, и что содержит в себе тот или иной текст, тот или иной символ и так далее. Вот с этой точки зрения нам было бы интересно. А да, так, в общем, да, вот, у нас аудитория филологическая, поэтому, конечно, тут что говорить. Мы как бы рассчитываем на подготовленного читателя, хотелось бы иметь дело с подготовленным читателем, да? Вот, потому что здесь уже процесс роста неизбежен, да, когда ты начинаешь работать с книгой и с подготовленным читателем, то вы правы, здесь и Гесс абсолютно прав, да? Это уже уровень, так сказать, общения совершенно другой, да? Это уже книга как бы трамплин, и не более того, прочитанная тобой книга, да? А дальше ты вступаешь уже непосредственно в диалог с
представлениями о мире. Но мы же очень хорошо с вами знаем, мы филологи, да, когда читаешь что-то, вдруг начинает, как теперь говорят, цеплять или производит впечатление, да, очень сильное. Мгновенно, так сказать, отлетаешь, отходишь, отрешаешься от конкретного текста, и воображение начинает работать, и, собственно, начинается уже на базе этой книги рождение чего-то нового, да, появление каких-то новых смыслов. Они, так сказать, множатся, да, и порой там на час, на два забываешься от книги. Это как бы нормальный процесс. Вот. А так, ну что сказать, мне кажется, любое чтение, да, имеет право на существование. Даже, вот помните, мы читали с вами Чехова «Чтение, рассказ». Ну вот в чем виноваты эти несчастные люди, которых принуждали к чтению? Да ни в чем не виноваты. Жили себе мирно и жили, и хорошо жили, и счастливо жили, да? И не читали, нисколько не переживали по этому поводу. Вот есть ли необходимость людей принуждать к этому? Да категорически, мне кажется, нет. Да, поэтому там вагонное чтение, там чтение какое угодно, да, если оно востребовано кем-то, и если человек удовлетворяется этим, да и ради бога, и ему, может быть, больше-то ничего и не надо. Вот, и тут надо как-то очень толерантно к этому относиться. Ну, вот. Другое дело, что когда выходишь уже на чтение как на познание, да, вот тут уже поле для нас огромное, и здесь мы, как мне кажется, могли бы и дальше продолжить наш разговор вот в этом направлении, как мне кажется. Спасибо. Сейчас запись. Вопрос, вот, может быть, поставлен так. Что вообще мешает чтению? Что помогает чтению? Но тут нужно и погрузиться в свое детство обязательно, как я открывал книгу, да, потому что, ну, правильно Олег Григорьевич говорит, сейчас какие-то взрослые филологи тут сидят, уже, так сказать, это все освоено, так будем говорить. А вот где книга, так сказать, отталкивала одна, а другая привлекала. И вот почему, вот, может быть, здесь и таится секрет какого-то понимания, потому что если понимание достигнуто, о чем сейчас говорили, то у человека что-то остается. Если оно не достигнуто, ну, я, допустим, в университете, как и вы тоже, сдавал на разных курсах литературы какие-то произведения, которые я совершенно не помню, и забыл их через 3 дня. Вот. Ну, вот кто виноват? Ну, я виноват. Может, преподаватель виноват. Может быть, автор в чем-то виноват, если другой автор не дал мне забыть. А у нас была такая история, я очень люблю рассказывать. Со мной как раз вот в спецсеминаре, который я посещал по Булгакову, Платонову, там Леонову, Пришвину и прочее, учился такой Андрей Якунин, который работал машинистом на паровозе и был одним из самых наших старших, так сказать, вот на курсе. Там армию отслужил, много лет уже ездил на этом паровозе. И вот, значит, тогда ему дали на одну ночь до утра «Мастера Маргариту» в каком-то самодельном переплете из журналов, там слеплено все. И когда он прочитал, то утром он себе сказал, что он бросает паровоз и будет филологом, который посвятит свою жизнь Булгакову. Ну, ближайшую осень он пошел поступать в университет, конечно, все там провалил, но его взяли на рабфак, тогда были рабфаки, и в результате вот так он начал свой путь. Он всегда говорил, что накануне вечером я совершенно не собирался бросать паровоз и превращаться в филолога. Ну, вот, значит, все-таки большой мастер Михаил Афанасьевич Булгаков мог вот сделать так, что человеческая жизнь переменилась моментально. Пожалуйста, выступаем, задаем вопросы, комментируем. Лена, зачитаешь нам, или я зачитаю? Интересна мысль, что книга вечна, и читатель вечен, наводит на мысль, что поэтому не стоит бояться писать работы по тем текстам, которые уже давно и много были изучены. Ну, это да, это методическое указание Елены Александровны нашим студентам, которые ко мне не раз подходят. С Олегом Григорьевичем тоже у нас был разговор, какая-то вечерница там боялась писать, я помню, я к нему прислал. Как же так писать-то? Про Платонова все, написали про Булгакова, написал, уж Пушкин вообще не дай бог. Надо будет найти такого, про которого никто не писал. Оказывается, да, Лена говорит, что книги вечны, вечно работают, и поэтому можно писать. Так, Татьяна Владимировна нам привет прислала. А вот почему они вечно-то? Вот интересно, это что, Леночкина мысль, да? Лена, да.
А где там Лена наша? Вот она, красавица. Нет, да, кстати, просто Даша читала, что вот цитату какую-то приводила, что читатель, как и книга, вечен. Вот, и я поэтому выделила эту мысль и подумала, что раз так. Ну, а книга вечна, наверное, потому что, ну, вот как и Даша, в принципе, рассказала в своем докладе, что книга вообще изначально, ну, как я поняла, да, в истории человечества, она играет свою роль такого накопления опыта, которое, ну, вот люди не могли только опираться на свою память, поэтому они создали возможность записывать, создавать документы, записи. И книга, она является своего рода таким накопителем, который несет возможность человеку как-то дальше развиваться. То есть если человек запишет мысль, у него освободится возможность что-то создавать, да, ну, новое далее. Вот. И книга содержит в себе те знания, которые... Ну, а вот тогда еще такой вопрос, Лен. Всякая ли книга вечна? Ну, смотрите, мириады книг. Вот вы только зайдите в Ленинскую библиотеку, вот посмотрите по стеллажам, по полкам, дурно станет от бесконечного совершенно многообразия, да, этих книг. А это только всего-навсего Ленинская библиотека. А вот так вот, если посмотреть мировые библиотеки, огромные, можете себе представить, да, там какое количество книг? Лен, ну вот мне казалось, когда я тебя процитировал, что ты в какую сторону-то возьмешь вот при этой моей подсказке про наших студентов. Значит, смотри, я всегда говорю студентам, главное, что ты почувствовал и взял. Не критик даже великий, не преподаватель, никто, а ты сам, да? И вот вопрос, Олег Викторович, какая цепляет, какая не цепляет. Значит, вот вопрос о классике получается, и она вечна потому, что какой-то миллион первый раз, какой-то молодой человек, живущий в нашем дурацком мире, там, где цифровизация, технологии и так далее, прочитал этого древнего автора, но там содержалось нечто, да, вечно актуальное, что он для себя вдруг обнаружил. И тогда получается, что действительно эта книга вечна настолько, насколько она способна пробудить нечто, что для меня здесь и сейчас актуально. Хотя она создавалась там, да, как Ипполит Тен говорил, да, место, время и раса, где-то в конкретных условиях, там, конкретным человеком, но она переросла это время. Вот, вот, мне кажется, вот это важно. А если она не зацепила, ну, может быть, зацепила кого-то другого. А если никого не зацепила, тогда это не классика. Мне кажется, вот Олег Викторович здесь такую, так сказать, классификацию предлагал. Вечные книги. А есть, конечно, не вечные. Потому что, ну, вот так вот. Ну, мы про диалогическое взаимодействие самых разных текстов, когда в одном мы находим реминисценцию какому-нибудь другому тексту, и так создается вселенское общение между идеями авторов самых разных, например, эпох, и книга таким образом не стирается, она заимствуется другой, в свою очередь, ну, например. Да, есть вот идея, это... может быть, интертекстуальности посвятить отдельный семинар в рамках. Вот, я тоже подумал, вот чтение как диалог. Да, это тоже проблема, да, очень интересная проблема. Чтение как диалог, да, это вот через Бахтина можно все это замечательно. Лена, показать. На карандаш, пожалуйста, для будущих семинаров. Бахтину и вообще взять его теорию диалога и посмотреть хотя бы какие-то концептики у него там отдельные, не всю теорию диалога, это мы, я не знаю, сможем ли это так, вот, да, легко. А если взять просто какие-то концепты, свой чужой, например, свой другой, да, у него вот так вот есть. Я для другого или другой для меня. Вот он выделяет эти позиции. Хотя бы одну какую-то взять, да, и было бы очень здорово. Мы бы с вами, во-первых, и Бахтина бы все-таки, да, втянули бы в свое сознание. Потому что его очень непросто. Очень непросто. Пишет он очень непросто. Язык, сами знаете, довольно сложный. Вот, продираться сквозь его вот эти фразы до смыслов трудно. Вот. И если взять, то да, да, да. Тут нам, кстати говоря, Илосев тоже поможет, да, вот взаимодействие, познающее, познаваемое, как происходит этот диалог между
познающим и познаваемым, между субъектом и объектом, между тобой и книгой. Да? Это тоже очень интересно и важно. И вот еще, что я подумал, может быть, к следующему занятию. Вот Леночка, Даша, молодец, хорошую книжку взяла. Вот, может быть, из этой книжки как-то выделить еще и вот разные точки зрения на чтение. Да, вот. Да, есть там такое. Поскольку у нас речь идет об умном чтении, понятно, что в кавычках, да, умное. Mm-hmm. Потому что, ну, кто из нас будет претендовать на то, чтобы знать, что такое умное чтение? Ну, как умеем, так и читаем. Как понимаем, так и читаем. В силу своей образованности, в силу широты своей коробочки, там, в силу каких-то, я не знаю, там, мыслей, которые появляются, да, но ведь это всего-навсего твои мысли, это вовсе не значит, что это уже умное чтение. Тут критерии тоже очень непростые, поэтому, конечно, в кавычки надо брать. А вот разные точки зрения на чтение, исторически сложившиеся, вот это замечательная совершенно как бы темка для доклада, да, для отдельного. Вот, да. Вот наиболее яркие. Понятно, что их бесконечное множество, этих разных точек зрения, но берутся-то люди серьезные, да, деятели культуры, какие-то крупные деятели, там, начиная с Платона, а может быть, где-то у кого-то и раньше, да, вот посмотреть. И вот эти взгляды на чтение, да, вот они очень много нам могут дать. Очень много нам могут дать и натолкнуть, кстати говоря, и на какие-то интересные темы, и курсовых работ, и дипломных работ, и вообще это такое поле очень продуктивное, плодотворное, по-моему. Вот, так что вот хорошо. Что нам Аня Чернявская пишет? Я благодарен, что Аня-то тоже участвует у нас в дискуссии. Значит, а у нее микрофон не работает. Я тогда сам прочитаю. Пишет нам Аня. Мне кажется, вечно та книга, в которой есть истина, с большой буквы. И причем эта истина доказывается через оправданный актуальный сюжет. Истинные проблемы, двоеточие, любовь, Бог, жизнь и смерть и так далее. То, что всегда волновало, волнует и будет волновать людей. Адекватный человек ищет ответы на вечные вопросы. Во всем мне хочется дойти до самой сути, то есть истины. Ну, я поддерживаю, только, может быть, истину и невозможно найти в последней инстанции, но попытки найти и постановка вечных вопросов, это действительно... В этом году, когда, кстати, вот и Анечка там участвовала, и мои дипломники все собрались, мы выбирали им темы, был один вариант темы, который не прошел, но как бы остался, вот, может, кому-то на будущее. Проклятые вопросы в русской литературе конца 19-го, начала 20 века. И мы действительно искали и нашли это выражение у Герцена, у Белинского и так далее. То есть вот даже не просто вечный вопрос, но какой-то проклятый вопрос, потому что он не дает покою, а все время решение ускользает. Вот, наверное, Анечка это имела в виду. Влада, что мы грустим? Что нам скажет Влада? Приустала, Влада. Рука бойца колоть устала. Ну ладно, не будем мучить Владу, спросим других. Я думаю, что вот можно, да, очень коротко. Да, Анечка, да, да. Чернявская, да, Аня сейчас вот написала, это ее текст? Да, хорош. Аня Чернявская, у нас одна хорош Аня сегодня, текст, да. Хорош текст, и все как бы правильно, да, и я абсолютно права, что вечная книга, да, которая отразила какую-то вечную истину, да, вот просто ту, которая вообще вот онтологична, лежит в основе, так сказать, вообще. И нам и не надо придумывать, что естественно, потому что все... Хотя думать об этом надо, но придумывать сложно. А если думать, то, конечно, это нас обратит к философам, это обратит нас к каким-то мыслителям, к каким-то деятелям культуры, да, которых мы с вами знаем, а сколько мы еще не знаем, да, вот, в которых содержится вообще вот такая информация, какая-то приближающая нас к истине, да. А что касается художественного произведения, то, конечно, Алексей Владимирович прав, классика, да, и классика-то ведь она становится классикой только после того, когда ее принимает читатель. Ведь кто делает классику классикой? Писатель, что ли? Который садится за стол и думает, дай-ка я что-нибудь напишу сейчас для классики. Ничего подобного, классику читатель делает, только читатель.
тебе читатель признает это классикой, значит, это будет классикой. Не признает, значит, в корзину. И все. Вот. Другое дело, что мы с вами, вот, говоря об умном чтении, должны как-то вот научиться понимать, да, где оно истинное, а где оно мнимое. Где оно вот подлинное, а где оно от лукавого. А вот это, да, вот это как раз школа умного чтения. Вот тут мы должны как-то вот учиться. Вообще, путь тяжкий, трудный. Ой, чем больше знаешь, тем страшнее, чем больше понимаешь. Вот. Но все равно путь неизбывный, такой какой-то нужный, правильный. Значит, Лен, просьба тогда на апрель, может быть, дай нам Бог сил, тогда вот поставить тему, значит, то, что Олег Викторович сформулировал, именно диалог с читателем, ну как, со стороны писателя понятно, а это именно вот как-то, что обратная связь. Вот я, что вообще Бахтин делал 20-е годы, мы не знаем, потому что вечно этот канитель, что там Волошинов писал, был ли этот Волошинов, или это сам Бахтин. Но вот академик Виноградов в переписке на самом деле точно в 20-е годы уже рассуждал о том, что, ну, знаете, как говорят, подданные играют короля, вот у него мысль, что читатель, в общем, формирует художественное произведение вместе с писателем. То есть, и вот потом уже действительно, когда мы знаем, в зрелые годы Бахтин вложил, то есть сделал огромный вклад, конечно, в это. То есть вот здесь вот именно нужно порассуждать, может быть, сформулировать тогда эту тему, как диалог и роль читателя. Вот именно вот роль читателя. Потому что, ну вот я на лекциях, Анечка Чернявская помнит, недавно приводил пример, по-моему, даже позавчера. Сейчас модная наука нарратология, да, там вот тот же Махов, Чупа занимается все. Ну вот есть такой Шмидт, немец, переведена его книга у нас нарратология. Он очень попросту, он берет вот в своей терминологии, делит читателей как бы на две категории. Первая категория – это читатель идеальный у него, а второй – это читатель, который как бы устраивает данного писателя. Вот это я даже, может быть, цитирую не очень удачно, но вот так. То есть, ну и в свое время у Барта это было, понятно, да. То есть есть читатель, которого как бы видит перед собой писатель. Писатели иногда уже заранее с ними спорят, когда рождают свое произведение. А вот идеальный читатель – это как бы вот уже некая совокупность читательской аудитории, которая извлекает все и подчас даже там неожиданные противоположные смыслы и так далее, ну то, что уже связано с концепцией смерти автора. Вот. И здесь вот почему мне у Шмидта это понравилось, что он как бы говорит, что одно не исключает другого, одно не исключает другого. И тогда получается, что, конечно, идеальный читатель, он, в общем-то, и создает литературу. Но в той же самой вчерашней, по-моему, лекции, Анечка, да, мы вспоминали, как Марк Щеглов, талантливейший молодой критик в МГУ, он вот из этой как раз плеяды, где тогда Полиевские были, значит, этот самый Сквозников, вот это с ними. Он укусил почтенного Леонида Максимовича Леонова за «Русский лес». Вот. Потому что он так прочитал «Русский лес», что сам Леонид Максимович пришел в состояние, мягко говоря, крайнего раздражения. И так обиду затаил на долгие годы. При том, что критик вещь не ругал и к самому писателю относился с почтением. В конце концов, Марк Щеглов был молод, 30 лет он уже ушел из жизни. Был гениальный, конечно. А он вполне все это соблюл. Я эту статью читал, но она сейчас мало известна, к сожалению. Вот. И вот даже те, кто пытался как-то Леонова урезонить, Твардовский в частности, говорят, ну там же ничего там нет оскорбительного. Там есть другое прочтение, которое вот автору показалось таким обидным. Вот, пожалуйста, пример, оказывается так. Оказывается, автор не всегда готов к тому, что его прочитают не так, как он это видит, вот этого вот читателя номер один там или номер два по Шмидту. Ой, я вот тут пишу, но уже лучше скажу тогда. Девочки пишут по поводу идеального читателя. Вот и у Набокова, и кто это? Ирина, да? Беляев, мы ее не видим. Приводит пример Ирины Беляева. Да. Джойс. Ну, видимо, аватарочка такой очень симпатичная. Вот. Ну, и по жизни симпатичная.
Ну, я не сомневаюсь. Да у нас нет несимпатичных. У нас все. Даже Влад заулыбалась. А то смотри, Влад, не будешь улыбаться, не будешь симпатичный. Давай, пожалуйста. Нет, я что подумал? Вот видите, ассоциативно как пошло хорошо. Начали думать об идеальном почитателе, а я уже как бы и приводил вам на прошлом занятии, на первом занятии Гессе, да? У него же тоже есть статья «Идеальный читатель», о читателе. Да, вот. Да, 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 да. Вот-вот. А какие блестящие мысли у Умберто Эко. Превосходнейшие мысли Умберто Эко по поводу читателя и по поводу отношений читателя и писателя. Вот я подумал, может быть, кому-то попросить, может, Владу попросить нам, вот собрать эти все сведения-то об идеальном читателе и о том, как писатели видят для себя идеального читателя, да? Вот, чтобы вот сделать такой вот рефератик бы нам. Очень был бы полезный. Очень Олег Викторович, тогда Гессе есть у Даши, но можно его отодвинуть, Даша только что выступала. А Владе бы надо было взять, ну, хотя бы 7 прогулок в литературных лесах, я могу дать в бумажном варианте, Умберто Эко. И, допустим, на основе этой книги не брать уж всего Эко, там его, всю семиотику и прочее, а вот взять вот эти 7 прогулок. Это хорошая книга такая, интересная. У него есть отдельная статья «Читатели». Отдельная статья, да. Можно взять это, да, и как бы собрать вот разные мнения писателей. Все-таки мы говорим о классиках, о писателях, не о каких-нибудь. Да, и это тоже надо учитывать. Вот. И когда соберем, я думаю, что мы много интересного найдем уже в этом собранном. Если мы сопоставим эти позиции, то мы можем уже думать о том, какой читатель, в принципе, мог бы быть, да, какой он есть, каким он мог бы быть. И, исходя из этих позиций, мы бы уже как-то в школе умного чтения, наверное, формировали своего читателя. А? Лена, кого ты цитируешь? Себя в кавычках? Вы бы, девочки дорогие, уже вы бы формировались как читатели, понимаете, когда, если бы вы вот это все изучили, поняли, прочитали, как-то осмыслили. Ваш бы читатель, уровень как читателя поднялся бы существенно. Это очень скоро. Давайте. Давайте сделаем. Ну да, тогда это вот уже начиная с апрельского семинара, наверное, или в мартовский взять. Наши, может быть, попросить, если Ирина будет ходить. Может быть, взять в мартовский, да, один из вопросов. Но я не понял. Влад, ты такая грустная, тебе это, может быть, зря мы на тебя наехали? В этот раз не хочешь взять или хочешь взять? Вот кто-нибудь гости зайдут сейчас. Вы ведь не обсудили же, как следует? Или обсудили? Нет, обсуждали, Олег Викторович. Другое дело, что обсудили, как-то, да? Не было большого энтузиазма. И я не понял, все ли прочитали. Но как-то его так обсуждали. Вот я тоже, меня это немножко как-то смутило. Потому что вроде он коротенький, что там без страницы. Но он очень насыщенный. Он хоть и юмористический, конечно, обхохочешься там, да? Но он очень глубокий. Очень глубокий. Вот. И нам бы неплохо было бы в нем разобраться все-таки. Очень неплохо было бы, да? Вот это был бы путь к читателю. Вот какой-то шажок понимания, что такое чтение и что такое читатель. Давайте мы все-таки будем отбрасывать. А то мы часто как так начинаем говорить, вроде да, а пирожок оказывается ни с чем. Что-то мы вот... Ну, да. Смотрите, здесь... Я себе делаю замечание, потому что я сегодня не привлек тоже достаточно аудиторию первый-второй курс, хотя работаю с ними. Но, может быть, беда в том, что я завтра поставил свой этот семинар, где все бросились эту курсовую работу писать, и поэтому как-то вот у нас сегодня... Вот было бы побольше народу, там можно будет попросить, чтобы все почитали этот рассказ Чехова. Ну вот Даша-то Борисова его наверняка читала же, да? Вот. Кто прочитал? Рассказ «Чтение»? Да. Сейчас я посмотрю текст, потому что по названию могу не вспомнить. А вообще, да, вот так бывает. Кто прочитал? Дорогие мои, кто прочитал? Я прочитал. Так, Даша одна, кто еще? О, все, да, я читала этот рассказ. Ну вот, Даша, ну, Борисова, Даша, я смотри, я за тебя уже знаю, даже что ты читала. Я на тебя рассчитываю. Давайте все прочтем еще раз. Он же короткий, смешной очень, но там есть над чем думать.
Простите. Мне бы хотелось сказать, что рассказ «Чтение» очень похож на другой рассказ, который, ну, больше по педагогику, тоже юмористический. Кто виноват? Как котенка учили ловить мышей. Учили очень грубо, очень неправильно, и кончилось все тем, что котенок вырос большим красивым котом и шел, значит, куда-то на свиданку с кошечкой, и вдруг прибежала мышь, и кот в ужасе от нее кинулся, потому что мышь у него вызвала воспоминания о том, как его учили старательно быть хорошим мышеловом. И вот у героя то же самое, у этого Мердяева. Выздоровел, но он не совсем. При виде книги дрожит и отворачивается. Это само, но как бы здесь сложность не конкретно с данным читателем, а здесь сложность с тем, кто велел им читать. Ну да, то есть любое... Кто принудил их к чтению, понимаете? Вот эти два персонажа нас, мне кажется, больше должны интересовать. Это раз, и самое-то главное, третья позиция, это автор. Позиция, ну, да. Чехова. Вот где позиция Чехова? Нам ее надо вытащить. Понимаете? То, что вот эти первые, то, что они все юмористически даны, окрашены, это понятно. Но это Чехов. Но там очень-очень серьезная подоснова. Серьезная, да? Это трагифарс такой, в общем, да, получается у нас в жанре трагифарса. Даже не трагикомедия, может, трагикомедия, но, скорее всего, даже трагифарс, потому что дело касается уже там чуть ли не жизни и смерти, да. Прочитал и впал в такую кому, что неизвестно, вылезет человек оттуда или не вылезет, да. Спасите меня, Христа ради. Помните, он кричит от этих чтений, от этих видений. Да, это же вот, посмотрите, какая-то огромная проблема. Проблема восприятия искусства, восприятия литературы, восприятия чтения, понимаете? Помните, нам Лосев замечательно, как в «Диалектике мифа», по-моему, да, писал о том, как воспринимать искусство. Говорит, когда мы сидим в театре, и на сцене там Отелло убивает Дездемону, мы же не бросимся защищает Дездемона от Отелло, понимаете? Хотя там все натурально. И ведь натурально убьет-таки. Понимаете? Но никто же из нас не бросится. Ну почему? Ну потому что мы понимаем, что это условный мир. А вот люди-то, которые читают у Чехова, они совершенно этого не понимают. Просто, напрочь, понимаете? Непосредственное восприятие, непосредственное чтение. Да спаси нас Бог от такого чтения. А с другой стороны, что может быть лучше, чем непосредственное чтение? Да, это вот тоже одна из важнейших проблем герменевтики уже. Вот мы в нашем разговоре об умном чтении обязательно выйдем на герменевтику. Одна из важнейших проблем. А требование герменевтики какое? Ничего не читайте, забудьте все свои вот эти впечатления, все свои предпонимания, какие у вас были о тексте. Просто забудьте, да, постарайтесь запихнуть куда подальше. Необходимо вот живое, непосредственное ваше чувство, да, восприятие текста. Потому что если вы подходите к какому-то произведению с уже готовыми какими-то мнениями, с какими-то готовыми представлениями, кем-то вам данными и вами взятыми, уж тем более, то вы будете читать этот текст так, как вам велят эти предубеждения. Как велят вам вот эти уже какие-то цели, понимаете, которые вы восприняли. А вот это катастрофическая ошибка, да, говорят герменевты, просто катастрофическая. Это значит, что никогда не поймете текст. Вы поймете чьи-то мысли, а чьи-то мысли вовсе не истинные. Они могут увести вас, Бог знает куда, от этого текста. Значит, читать надо чистым сознанием. Вот это вот тоже проблема-то. Знаете, какая важная? И в последние 100 лет об этом, знаете, сколько уже понаписано? Вот, тут... вот, к сожалению, Олег Викторович, я сейчас опять, вот мы тут с моей студенткой писали статью, я редко к методике обращаюсь, ну, по поводу Пришвина, увидите ее в сборнике. Ну, взяли опять школьные программы, там их ничтожно мало, но где есть Пришвин. И вот опять, как надо трактовать? Знаешь, вот все равно вот это осталось. Даже те, кто ругались на советские учебники, они все равно это все сохраняют, только вот трактовать по-своему. И мы говорили с моей аспиранткой, которая сейчас 3 года в школе как раз сегодня.
она цитировала то, что слышал я еще, будучи молодым учителем. Это было как анекдот. Тогда говорили, старый учитель к нам, пришел в школу, ну забудь все, что тебе там говорили в пединституте. И вот она мне вот это вот процитировала. Потому что начать работать нормально можно только забыв вот эту всю, что у нас там на методиках дается. И меня всегда от слова методика самого трясло, конечно, это безусловно так. Я всегда приводил пример, как спросили специалистов, каскадеров, можно ли научить легко человека ездить на машине на двух колесах только, вот так боком, как они ездят. Они говорят, значительно легче научить того, кто никогда не ездил на четырех. Вот что делают наши методические установки, которые все больше и больше нас давят. Вот последнее заседание Черного совета, это было так, против науки на филфаке. Сводилось к тому, что уже даже научные направления, они должны быть педагогическими. Логично, логично. И в этот же день звонит мне моя аспирантка и говорит, все, чему учили по методике, забыть. А вот что нужно, не давали. И правильно, я это слышу 150-й раз. Вот, пожалуйста, пример с этой мышью. Да, да, да. Ну, творчески, творчески надо подходить к методикам. Не начетнически, чтобы вбивали в голову, а просто творчески, потому что любая методика, она всего-навсего какой-то инструмент. Но не всякий инструмент удобен для того, чтобы читать книжку. Ну, совсем не всякий, далеко не всякий. Вообще, главный инструмент, ребят, я же не устаю повторять своим студентам, да, главный инструмент внутри нас. Это наше нравственное эстетическое чувство. Мы же ищем, мы же внутри ощущаем, ждем от текста чего-то такого, что требует наш источник внутренний. А уже потом инструменты какие-то можно смотреть, то ли их использовать, то ли их не использовать. Но главное это самим непосредственно освоить этот текст. В общем, здесь очень много вопросов. Очень много вопросов, которые нам предстоит обсуждать. Их же действительно очень много. Вот и хорошо, что мы, в отличие от методистов, Олег Викторович, не решаем подряд все вопросы однозначно, а ставим их на наших семинарах. Вот это хорошо как раз. Ставим, обдумываем, да, и каждый, в общем-то, будет решать для себя сам. Есть какие-то понятия аксиоматичные, да, такие вот, да, это так, 2 × 2 = 4. Но таких понятий очень и очень немного. Очень немного. А вообще-то каждый сам как-то для себя вот ищет, да, какой-то подход к тексту, который бы его устроил. Вот, потому что, ну, тут про советское время Алексей Владимирович начал говорить, уж, конечно, нас тогда просто принуждали, да, читать. Ну, как не принуждали? Ну, практически так, можно сказать, принуждали. Потому что там, скажем, идет Достоевский, какое-нибудь произведение, вот такое вот предисловие и огроменное послесловие. И попробуй ты выбраться из этого всего. Сначала тебя научат, как понимать Достоевского, потом ты как прочтешь вместе с ним, а потом ты еще все комментарии, послесловия должен прочитать. И выходи, выноси готовенького. И где Федор Михайлович бедный вообще? Где что? Вот. Тоже категорически нельзя. Мне кажется, надо внутренне вам высвобождаться, освобождаться от всего и вот непосредственно читать текст. Так, как вы хотели бы его читать, вот просто вот исходя из собственных побуждений, а не потому, что там кто-то вынуждает, кто-то принуждает, кто-то что-то требует. А у нас часто ведь преподаватели требуют читать тексты так, как они читают, как они написали. А еще если наизусть заставляют учить, это вообще караул. У нас есть такие, которые наизусть заставляют учить. Я когда узнал, мне просто дурно стало. Ну, вот мы с тобой в педвузе, вот так, да. Потому что ясный текст, какое там стихотворение, и если ты его почувствовал, пережил и понял, да ты его и так запомнишь. Просто запомнишь, потому что он уже твой. А не потому, да, что золотые там... Золотые слова, золотые слова. Прямо девиз. Ну что, будем завершать. Нам так интересно, но я смотрю на